места или... Врачи без границ. Вперше із заводу «Азовсталь» у Маріуполі вдалося евакуювати людей. Понад 150 цивільних, які переховувалися в укриттях підприємства, вже прибули до Запоріжжя. Від Маріуполя до Запоріжжя 220 кілометрів. Однак колона з людьми їхала 3 доби. Загалом на підприємстві досі залишається сотні цивільних людей та близько 500 поранених. Сама Маріупольська. У нас взорвался дом, вокруг дома легло сразу 5 снарядов, и один был зажигательный. Он это поджег эти у соседей машины и снес угол дома. Да, такая волна была, что меня аж контузило в это правое ухо. Я лежала вот так в двери, меня через две двери металлические, толстые, меня контузило в ухо. И мы схватили вещи своих двух собак и побежали на Азовсталь, потому что мы знали, что на Азовстале есть вода. А в городе уже воду было очень сложно достать. Я думаю, сначала на Днепр, а потом, наверное, на Западный Украину. 2 месяца. Все 2 месяца вы находились в Азовстале? В Азовстале, да. Меня привез туда молодой человек. Его ранило, снаряд танка прилетел, его посекло осколками, забрали в 61-й госпиталь в городе Мариуполь. И это произошло 9 марта, и с того дня я его не видела. Я работник вообще Азовстали. Поэтому, в принципе, и мы поехали в убежище. Убежище на Азовстале. На момент того, как мы сейчас выходили, в убежище оставалось около 30 человек еще гражданских. Плюс многие убежища на комбинате повреждены. Обстрелы за эти почти 2 месяца не прекращаются. Артиллерия, грады, авианалеты постоянные бомбы. Здания складываются как карточные домики. Корабельная артиллерия стреляет. Очень много мы проходили по заводу, куда на выход шли. Много остатков от кассетных боеприпасов. Очень страшно, потому что она из самолетов летела. Ты слышишь, гудит, она что-то фу, где-то взрывается. И она все ближе, ближе и ближе. И грады то же самое. И они из чего только они не стреляли. Ну, повезло, что бункер был крепкий. И все время были возле друг друга, чтобы не было страшно. Администрации комбината было уведомление о том, что все работники комбината, все их семьи, был открыт доступ на комбинат в эти бомбоубежища. Там был запас еды определенный, запас воды, то есть все могли туда явиться. То есть как бы так многие туда и попали, кто семьи, кто просто даже может со стороны попали. То есть как бы они разрешили въезд на территорию комбината автомобилем, то есть свободный доступ в эти бомбоубежища. А потом нас военные подкармливали. Как каждые 3-4 дня они приносили, в принципе, каши, крупы. Этого выстачало? Да, этого выстачало. Варили супы, как бы. Мы хотели группой всем бомбоубежищем уйти, но мы прошли 100 метров, и нам сказали, возвращайтесь, на украинские войсковые сказали, возвращайтесь, потому что там все заминировано, и там стреляют. Вы подвергаете себя большой опасности. Ну и мы, у нас женщины начали говорить, что, вы понимаете, у нас есть больные люди, у которых лекарство кончилось, и дети. Мы не можем, у нас еда заканчивается. Они принесли сразу еду, а потом вечером пришли и сказали, что 1-го, 30-го, что они будут нас забирать 10 человек, ну, больных, семьями. Ну, то, что дорога должна была занимать 15 минут, мы ее шли 2,5 часа, потому что военные шли впереди,
разминировали дорогу, разминировали растяжки, вот эти все снимали. И мы впереди слышали, что бах-бах. Нас изначально, мы вышли с Азовстали, прошлись до гуманитарных автобусов. Автобусы были предоставлены ДНРом или Россией, то есть на российских номерах. Нас всех вывезли безыменно на фильтрацию. Первый день... 2 мая нас везли окольными путями аж до Донецка, нас довезли, а потом вернули в Мангуш, то есть под Мариуполь. Вот так сделали круг, мы по карте смотрели. Едем, потому что приходят, говорят, ну, а вы откуда здесь? Чтобы вы понимали, мы вот с Мариуполя в Запорожье ехали 3 суток. Мы 2 раза ночевали. Первый раз мы ночевали в безыменном палаточном городке. Там в окружении военных российских нельзя было даже в туалет сходить, все время под дулом автомата. Мы прошли очень такую процедуру не очень хорошую, они называли ее фильтрацию. Вот. И потом мы, конечно, было... У нас забрали телефоны, у нас все полностью очень долго смотрели телефоны, чтобы не было каких-то фотографий, каких-то переписок. Если кто-то что-то подозрительный был, то с ними отдельно разговаривали. Но, слава богу, все прошли, никаких инцидентов больше не было. Но было, конечно, немножко страшно, когда чужие военные смотрят на тебя с автоматом, их много, они угрожают, они говорили, что нам путей особо нету, теперь только ехать куда-то в поле. Большую, как минимум, потому что в Украине они нам жизни все равно не дадут. Мы как враги народа получились там. Предлагали вариант вернуться в Украину, остаться в ДНР, либо уехать в Россию. А вот в этом безымянном оставили кого-то насильно из колонок? Я знаю за 2 человек. 2 человек. 2 сестры. Девочка 22 года, она работник полиции. Да, она работник полиции была, она тоже там присутствовала. Она была там вместе с сестрой несовершеннолетней. Сестре 15 лет. И вот эту девочку, вроде как ее все данные собрали, ее отпустили в автобус, а около 9 вечера зашли, и ее забрали. Ее забрали, позже начали уже выяснять, у нее выявили УБД. Участник боевых действий. Она говорит, я его не получала. Может, за счет того, что она числилась в Мариуполе, ей за этот период его дали. Ну, я не знаю. В итоге она осталась там, и сестра остались там, в фильтрационном лагере. Да, еще вот. Пропаганда вот в России говорит, что на заводе украинские военные насильно держат всех людей. Нет. Нет, насильно никто нас не держал, и разговаривали с другими людьми из других убежищ, такого не было. Они нам помогали едой, они нам какую-то информацию хоть сообщали, потому что связи никакой не было, то есть не было такого, чтобы они нас держали. Очень страшно было, потому что выходишь и смотришь, неужели ничего не летит, неужели ничего не сыпется, потому что ни дети, ни мы не видели солнца, ну, по 1.5 месяца точно. Спасибо, что вы поверили, потому что немногие верят, что надо выйти, но это тяжело, как бы наважить. Знаете, сколько раз пропадала и появлялась. Видите, Бог есть. На Запорожье.